Еще год назад о такой лыжне и такой базе спортсмены Чистоозерья могли только мечтать. Юные лыжники бегали по болоту, переодевались на ветру. Ситуация поменялась кардинально при содействии депутата Государственной Думы Александра Ильтякова. За месяц появилось благоустроенное здание и профессионально накатанная лыжня. За прошедший год добавилось круглосуточное освещение трассы и электронная система учета времени от старта до финиша. Погода немножечко нас подвела. Подвела в том, что в течение вот этой последних вот этих 2-1,5 недель мела пурга. Посмотрите, сколько намело снегу. Но с другой стороны, она нам еще и продлила период катания на лыжах. Посмотрите, 50 сантиметров намело за эти 2 недели. Мы уплотнили снег. Я думаю, что лыжный сезон у нас продлится до середины апреля. Так что, конечно же, доволен тем, что нас сегодня поддержало такое количество людей. То, что сегодня приехало более 200 участников. В Чистоозерье приехали в гости и спортсмены из соседних районов Восточной зоны, города Кургана и даже Тюменской области. Детские забеги организовали на 1,5 километра, юношеские – на 5. А закаленные спортсмены отправились на дистанции в 10 и 21 километр. Я занимаюсь в Челюскинце, я катаюсь в лесу, мы тренируемся и ездим на речке, с горы катаемся. И мы учимся ездить коньком и классикой. Кирилл Туйков бегает на лыжах 4 года. Последние сезоны попадает в тройку лидеров в своей возрастной группе. Сегодня вышел на старт на дистанцию в 5 километров. Занимаюсь на спортивной базе «Спартак», то есть в спортивной школе «Воздушер номер 2». Я практически весь год нахожусь в тройке. Вот на этих соревнованиях, в прошлый раз соревнования проходили здесь же, я здесь выиграл. Ощущения были очень классные. Организаторы соревнований личным примером поддержали праздник и также преодолели дистанцию в 21 километр. Систему вот мы докупили, которая учитывает время, которая помогает грамотно и правильно присваивать то место, которое человек на самом деле занял. Настроение хорошее. У своих знакомых, которых только что встречал, которые приехали из города Кургана, которые давно и, ну, не профессионально, будем так говорить, а на любительском уровне постоянно занимаются этим видом спорта, их оценка достаточно тоже неплохая. Лыжная база Чистоозерья будет совершенствоваться. К следующему сезону здесь появится коттеджный семейный городок, чтобы все желающие могли приехать и накататься на лыжах вдоволь. А на ближайшем озере вырастет банный комплекс. Сам водоем почистят, запустят в него рыбу для удачной рыбалки. Светлана Епифанова, Ян Мосин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».